Не брокколи. Что, Гибура, да? Даже на 48-м дне только снежочек растаял. Нет, нет. Еще мы газировку потеряли, парк умерла. Ой, блин, и новых сотрудников не нанять, нифига. Давайте из тренировочной кого-то переносить. Сколько ударов фронт за статов? Я не хочу ему. А, 4-4-4 здесь. Вот Самира. Самира, поздравляю тебя. Ты переходишь в отдел, в команду добычи. Здесь всегда было 3, да? Сотрудника, по-моему, да. Да, сотрудников лоу-поинтов просто не хватает. Фонарь все еще норм. Выдержка плюс 3, ну, еще нормально. Привет, Хайн Мемори. Кому мы отдаем этот красный? Видимо, Самира, поздравляю тебя. Ты теперь у нас... Чем получаем опыт, ага. Или нет. Или как поздравить кого-то отсюда. Ну, свитер недостаточно сильный. Койми. Койми качанный. У него каждый параметр плюс 3. Поздравляю, Койми. Койми, ты наш новый лев в красной броне. Рядом с Яной, правда, блин, два красных близко друг к другу. Алидору можно выдать багровый шрам, видимо. Какой багровый шрам? А Луковка когда умерла? Нет, подождите-ка. Нет, Луковка живет. А, да, он был у этой. Я понял. Здесь есть белый урон, черный, красный. Давай тебе дадим зеленый побег. Вот так вот. Не Луковка, не Луковка. У парк была эта бронька. Здесь в хешке часовой ходит. Но тут единственный белый урон из этой пачки. В любом случае, он довольно качественный. Ему надо дать черного лебедя. Давай. Давай мертвеца, например, заберем белый урон. Так, мертвец, тогда тебе даем какой-нибудь вавки. Давай тебе красного дадим, по центру будешь. С хорошей пушкой. Так, что у нас еще осталось? Еще один раздор. Антоха с пистолетами. Сайферу дадим раздор один. И остается еще одна вавка черный лебедь, да? Вот еще качается. Окей. Ну тут хешки, в тетках вроде никого, в заюнах вроде никого, да. Новые хешки появились у нас какие-то вроде бы. Или еще не скрафтили. Посмотрю ванну, да закройся. А, ножик. Здесь ничего не скрафтили. Здесь ничего не сделали. Здесь это бабуля, да, по-моему. Мы тоже все никак не до конца не изучим. Так, пойду покушаю
Здорово, псай, так? Да, я наигрался. Бабуля не нужна, но нужна, чтобы хотя бы она не вопросиком здесь висела. Да, пачки так себе. Ну что ж. Сожаление и расплата. 10 уровень перегрева клепот или усмирение красного тумана. Пиздец. Ну ладно, один раз же усмирили, правда. А она... Видимо, не в самом начале появляется, да? Бля, это что такое? Как она вообще появляется? Я, честно говоря, не помню, как я ее усмирял. Не зайцами ли? Да, Дэмиан двойной белый урон получает. Не, честно говоря, я не помню этого. Чем больше уровень выдержки у сотрудника, тем меньше шанс успешного выполнения. Результат нормальной работы, уровень счетчика. То ли ее, то ли бину зайцами, вот я не помню кому. Не, я не помню этого, я не находил такое. Понизится со средней вероятностью, да? А если я нажимаю сюда и сюда, они вместе качаются, да? Так, на красный урон нельзя, на белый урон нельзя. То есть ходим, что, на черный? Все, теперь хотя бы можно будет все смотреть нормально, да? Максон, давай сюда. Ну, в принципе, маленького помощника кто-нибудь доперетанчит, наверное. Вон и все резисты какие хорошие. Здесь черный урон, здесь можно качаться. Капец, вот здесь у всех синий перекачан. Здоровье, ну, маны дофига. Здесь, как всегда, отправим луковку. Не, может быть, в этот раз не луковку. Может быть, в этот раз... Давайте... Нет, Куми надо качать. Совушку тоже качать. Ха, Максон-то в панике. Подожди-ка, от чего? Они белым бьют, не черным. Я думаю, они... Фак, тупой. Я-то думал, что они бьют... Ладно, хорошее начало. Фиолетовый и черный. Окей. Стоп, или... Нет, это точно урон. Это точно урон. Значит, теперь можно спокойно ходить сюда. Например, Алина здоровье покачает. Быстро, Миха. Спасибо за... За самку из Stand Strong Together в луковке подарочная подписка. Спасибо большое. Кого отдаем в рыцаря отчаяния, чтобы кто-то танчил бину? Ну, кто-то кого не надо качать. Блин, реально, видимо, Мику придется отправить. Давайте попробуем в этот раз. Чтобы не бину танчила эту. Под щитом-то топчик будет. Топчик. А на привязанность сейчас, да, можно. Это не имело. Так, черный урон опасность, да? Здесь белый урон.
Давай сюда незаметного отправим. Красный урон, блин, отправил вчера на туфли, они взяли... Туфли вчера не из-за этого кого-то бахнули. Честно говоря, эту штуку даже читать не хочется. В результате плохой урон счетчика, если сотрудник запаникует, в результате хороший счетчик повысится. Камера наблюдения засекла появляющийся по всему комплексу белый шум, исходя из того, что произошло, когда счетчик клепот аномалии достиг нуля, было решено, что белый шум исходит от камеры. Количество секций с белым шумом будет стабильно возрастать, пока уровень счетчика клепот не будет восстановлен. Ясно, кек. Ну, такая какая-то, видимо, неприятная аномалия. Так, у тебя белый, да? Да, у тебя белый урон. Я не думаю, что мы пройдем вот этот уровень, правда. Блин, этот черным бьет. Ну, да, естественно. Ты тоже черным бьешь. Что у вас все черным бьют? Здесь не черный урон. Так, ну что теперь? У нас Мику нельзя отправлять на задание, да? Музыкальная машина или поезд есть? Нет. Ни того, ни другого. Цензура не беленьким бьет. Черным, конечно же. Почему? Потому что. Хотя бы попробуем изучить эти штуки, да? Здесь чего, не понятия не имею. Тарарам, там-там. Нет, мне уже поздно для круток, у нас так довольно много людей. И как не забыть вообще? Понятия не имею. Музыка жесткая, конечно. Оливия сюда. Нюк уже захейтил дому, так он... Вообще за парней не играет. Это же нормально. Не? Ну что-то вообще не радует. Ходить-то просто некуда. Перегрев один будет. Классно, уровень сменился и приходится выдерживать тонны белого урона. Восхитительно. Где перегрев-то? Здесь. Принц каким уроном бьет? Черным. Дайте на принца вначале домин пойдет.
Так, но здесь не нужно особо энергию саму по себе вырабатывать, да? Так, черный-красный, давай. Здесь черный у нас, да? Разве баннер не в 19 выходит? Нет, в 20 всегда выходил и будет. Рядом где-то. Базиба. А, ну раз можно на красный ходить, значит будем сюда ходить. Часовой, надо всю в эту команду качать. Чекнешь предыдущие сообщения. Хотел похвастаться, что вчера на втором уровне аккаунта на одной дороге культистам попалось два шемблера, потом после культистов еще одни подкинули на дороге почти сразу, прокнули. Сразу после них через 2 сантиметра бандита. Этот ран еще и выиграть получилось. Красавчик, ну потому что игра легкая. Ничего удивительного. Брошка. Давай еще кого-нибудь из тебя. Мефкуна. Черный урон. Это значит, что можно сюда отправлять. Здесь может хау подкачаться. Так, кто-то у нас в крутой броне, да, в Олефовой. А справедливость не качана. Как же без справедливости-то, как ты бить будешь? Когда же появится Гибура? У меня 65 часов, блин, нихера себе много. Так я еще часов 15 отмучаюсь на этих финальных миссиях, наверное. Че думаете? Так, на черный урон можно, да, все еще. Ну и Мелендес отправим. Так, сейчас я пойду уберу, пока они там сражаются. Кто-нибудь из новых Коми, что у тебя? Ну, у него маска есть. Неужели только что получил? Сейчас надо будет на что-то легкое отправить нам. Да? Хотя они, наверное, не поменяются. Антоха, твои любимые феи. Что за красный огонек? Из верхней комнаты. А эти не имею. В чем-то. Ну что, здесь все как всегда. Здесь опять эти же, да? Да, черный. Что-то я вообще не простреливал никого. До десятых дожить. И уже сразу полдень. Урон от черного. Я понял.
Сейчас сражение с этим будет очень веселым, да? Где наши алефы? Поехали. Я никого, кроме алефов, сюда явно отправлять не хочу. Танкуй, Яна, танкуй. Так, он по всем в комнате решил прописать. Еще такая атака есть. Классно. Пережили более-менее. Ага, он... он помимо того, что наносил всем урон, еще и выпустил этого... Это пугало, да, дурацкое? Почему не вижу хп Яны? Почему я здесь ничего хп не вижу? Классно. Какие же мерзкие звуки. Если Гибуру завалишь, не надо будет идти. Ну так я вряд ли. В том-то и дело, что я-то вряд ли. Понимаете? Свитера сюда, на ванну кого-нибудь. Может, из этой команды. Да, или Дорда. А весь отдел здесь тоже, ясно. По-моему, дитя на подавление хорошо работал. Нет. На привязанность. Дэм! Глянул стрим Сереги по инскрипшн, во втором акте взял кости, как же мне его жалко. Халье, что ли? Ну, взял и взял. Нет, я пас оружие, серьезно. Ясно. Ну, типа, да, им не так удобно играть, как другими, наверное. Рандом? Хоть небольшой рандом в этом акте. Ты так составляешь потом себе. Колода из куши становится. Ну, типа, все живы, да? Типа, все живы. Можем ходить на красный и фиолетовый. Ну, давайте ходить на красный и фиолетовый. Подожди, а где я дрон возьму? Я могу только на красный ходить. Че, воевал с белой ночью? Нет. Куда? Вроде бы. Или это все четыре, я не помню. Не, может, и воевал, если это все четыре. Вот эти помехи дурацкие. Блин, помехи неприятные, кстати. Так, у какого из них? А вот этого, да, наверное? Надо восстановить. Чтобы восстановить, нужно... стабильно возрастать, пока счетчик не будет восстановлен до допустимой нормы. Ну, пойдем свитер восстанавливать, сейчас высоку. Блин, неприятная хрень так-то. А чё мне еще красным уроном бьет? Пипадай.
Нужно записываться на крутки Хутава. У меня на стриме уже не нужно. Уже все записано. Белый. Не так много красных. Аномалий. Да блэд! Шесть мегагерц. Что? Скорость движения, скорость атаки, минус СП, плюс скорость атаки, когда экипирован на броне, это аномалия. Что такая себе? О, кому весело? А что весело-то? Неужели так много сотрудников померло? Да вроде негде было им умирать, не? Это 4. Помехи убили. Они убивают мелких сотрудников, что ли? А, да, вижу. Урон получают в помехах белый. Жесть. Ясно. Все клерки, да, в верхних отделах. Классно, восхитительно. Шикарно. Белый урон усилен, да, логично. Ну, чё, все еще недостаточно? Или может быть этот тоже надо восстановить? До нормального уровня это сколько максимально? Давай, феи. И поехали. Что, Гибура еще не появилась? Я не знаю, на какой ход она появится просто. Нам все еще нужно поубивать клерков. Причем теперь желательно всех. Потому что если еще хоть где-то останутся клерки, и они потом сдохнут от чего-нибудь, гора сбежит. Белый. О, боже мой. И второй здесь, и это красный. Красный... сойдет. Белыми с ним справимся. А, белый и красный. И не... оба урона не страшно сейчас. Хорошо. Оба урона не страшно. Это замечательно. Лавка. Демина. И, допустим, Мик, Луковка. Сейчас надо будет всех это раскидать еще. Так, стоп. Из последних отделов. Койми сюда. Яна. Сюда. Сарсагор.
сюда. Ну, вроде все еще без Гебуры. Повезло. Так, теперь сотрудников убрать куда подальше. Вот, допустим, в этот вот отдел тех сотрудников, которых я не направил на работу. Куда подальше. Бежим отсюда. Здесь уже кто-то дерется, нет? Ну, пытается добежать. Здорово, Валькирия. Что-то происходит. Так, как обычно. Все. Лица нам ломают. Гонзалес умер, Мевкун умер. Что, они продолжают избивать, потому что они мгновенно убили себя черным и зеленым уроном. Потому что я отвлекся на верхнего. Я молодец. Ой. Для синенькой сильная какая-то 1.76 МГц. Такая, да. Просто отвлекся на секунду на на белом. Ну, белый самый мерзкий. Тарам-та-там-там-там. Короче, у нас есть 40 минут, пойдем потом в Геншин. Наверное, максимум, типа, один забег, может. Я не знаю, как пойдет. Только на белых можно ходить. Но только на белых еще нормально, кстати. Сколько еще? Пуль 9. Нету. Так, белые, да? Белые. Белые. Сюда опять Мику попробуем. Здесь не важно кто, но надо качнуть их, чтобы узнать о них. Давление, подавление. Рулетка увеличивает урон сотрудников. Вот это? Нет, урон по сотрудникам. Того урона, который на них нарисован. То есть красный и черный на данный момент. Если мы можем только на белые эти отправлять сейчас своих сотрудников. Ну, либо на слабенькие, например, я могу, скорее всего, отправить Сусами на Пипада, а он там вряд ли сдохнет, потому что он в Алефе. Кстати, качал этот. Привязанность бывала. Весело тебе на Пипадае, Зусамин? Точно, я же могу еще отправлять Антоху сюда и Морриган сюда. У меня болят глаза, ничего не понимаю. О, ужас. О, нет.
Что делаем? Ну, то есть, что перегрелось? Перегрелся ты, у тебя черный урон, да? Значит, сюда пойдет Андемина, Валефи, нет, лучше да, Мика с резистом к черному. Сусамина самая большая резист к черному, поэтому надо отправлять сюда Сусамина. На маленького принца, если он добежит, конечно. Так, мы можем отправлять на красных, да, красные, ты... Пипо... Ванная, вернее, туфли. А, и ванная тоже. Ванная белым уроном бьет. А, ну, логично, про сутку. Мика запаниковала и сбежала рыцарь отчаяния. А почему? А как? Где Мика запаниковала? Как это произошло? Кто вообще мог заставить запаниковать Мику? Твою ж. Каким уроном бьешь? Белым. Сейчас будет больно, да? Да, пейл. Ясно. А, все, это смерти. Это жесть. Ну, если сбежал рыцарь отчаяния, это все ясно. Там же белый буст. А куда я ее отправил? На... От чего она умерла? Белый урон, где Мик-то могла получить? Так что ж, сбежал рыцарь. Так сходу и не поймешь, ничего не поймешь, Алькир. Если ты не смотрел ни одного стрима по батомке, то не поймешь ничего. Кроме того, что стример страдает. Красный, белый. Красный, белый. Отправляем на черный урон, да. Птица. Иван, гора. Сушка. Инька. Допустим, незаметный. Черный урон еще здесь есть, да? Поехали. А здесь черный. Ну, я и отправлял с черным резом. Вроде бы. Бедный свитер там чуть кучу урона получил. Так, что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Кого еще? Тебя. На птицу. Тебя. Сюда нельзя. Давление ты, например. Понимаешь, у нас большая такая лаборатория, где мы всякое изучаем. У нас есть сотрудники и вражины. Ну, пока что тебе этого хватит. На гору еще раз, на гору в Коми в этот раз, да? Всегда можно отправлять Антоху, и всегда можно отправлять ты, лысый. Чтобы ускорить накопление счетчика.
Иван, бежим сюда. Что мы изучаем? Может, и убежать внезапно. Да. Может. Заново мой отдел усмиряем. Мы усмиряем все три отдела одновременно. И при этом я не расстрелял. Ой, блин. Когда-нибудь я забуду, что надо делать. Бедных клерков. Так, еще черный урон, можно кого-то отправить, еще на иньку давайте отправим, допустим. Нет, стоп, поздно. Сейчас разберется с большой птицей, и я просто отправлю Антоху на фей. Белый. Ну ладно, белый — это хорошо, белых у нас много. Сюда. Сюда. Тебя отправить Мику. Как же так вышло-то, что Мика, блин, сдохла от чего-то. Койми. Подавление. Так, белый, белый, белый есть, да? Ты. Даркфронт зачистит. Сюда, допустим, морквец. Конечно же, сюда и сюда. Часового-то. Что произошло? Что за звук? Я такого не помню. А, это щит. Это щит был. Это был всего лишь щит, да? Надеюсь, хута у тебя упадет. Спасибо. Вкратце, это просто завод, где делают энергию для города. Ты глава завода, делай энергию. Да. Да. Не будешь делать? Бан. Давай тебя сюда отправим. Давай сюда отправим тебя. Уходи на свое любимое место. Кажется, сейчас вот здесь может быть больно. Да, Хансю может по лицу получить. Так, ладно, по лицу-то он получит, может быть. Но вопрос не в этом. Где белый рассвет? Выхода нет. Еще лучше по одному сотруднику хотя бы в каждом отделе, да, оставлять. Так, это у нас красный, да? Красный к красному урон увеличенный. Боже мой. Боже мой, ну тогда только лефы. Здесь желательно, на самом деле, распределить, типа, красный резист, черное оружие. Было бы идеально, да? Наверное. Или красный резист... Да, надо распределять, а не просто выдавать фуллсетник. По идее. Так, братаны, убегаем. Вообще, все, кто находится в этих отделах, бегут просто, ну, допустим, сюда. Только... Ага, только не оттуда, спасибо. Так, Сусамина еще, да? Хао еще, ну, у него вавки.
Сами надо отправить. Поехали. Ну, смотрим, чё. Поубивать еще клерков, потому что они все равно сдохнут от АОЕшки. Очень нравится, что он там, и так не хочется, чтобы он переходил куда-то в другое место. Так, пока с усами справляемся. Продолжаем справляться, братан. Уф. У этого корректировщика есть какой-то мерзкий удар. Дмина, блин, отвели по лицу. Чуть-чуть. Который прям очень сильно по ХП заставляет просесть. Так, убегаем. Срочно в самый низ. Ага. Все сбежали? Ты что здесь делаешь, Морриган? Вы что тут делаете? А можно еще длиннее? Фух. Так, направо выйдем, попробуем. Все, выжили. Хорошо. Едем дальше. Едем дальше. Там Гибура не появилась внезапно, нет? Мало ли. Красный-белый. Так, черные резы, да? Значит, подавление горы. Койми. Стоп, а ты можешь на горе еще инстинкт покачать? Покачай инстинкт на горе. Инстинкт здесь. Даркфронт плохая, плохая идея. Все плохая идея. Бугагашеньки, допустим, отправим сюда. Только на черные ходим, да? Иньку можно. Незаметным, например. Ну, здесь, как всегда. Чтобы время не терять, можно отправить вот этих и вот этих, да? Сед усиливает Гибуру? Наверное. Чего бы ему не усиливать ее. Так. Сусамин, сходи на Пипадая в своей Малефе. Не думаю, что у тебя будут с ним проблемы, да? Максим, давай сюда. Какой у тебя блок реза? Так, нет, сюда никуда нельзя. Сюда нельзя, не стоит. Дальше полдень. Уже так близко. Дмина, тебе сюда. Сюда кому-нибудь. С команды контроля. Левкун, давай. Мы так Гибуру на тоненьком успокоили. В том-то и проблема, да. Кстати, на ютубчик бы выложить тест Тома, который вот с Азии. После этой уже сделаю. Так, чё, черные, да, черные можно, черные можно, не отвлекаюсь. Еще один разок койми на гору. Еще разок кого-нибудь на Иньку. Допустим, Вареги, почему бы и нет. Рам там.
Так, сейчас, когда я туда собираю, отправляем просто Антона, как всегда, на бабочек. С очень высоким шансом, кстати. Ехали. И замедляемся. Черный и... Как цвет называется? Тиовый? Зеленый. Ага, вижу черного корректировщика и вижу... Никакого больше не вижу. В центре, центральный. И вижу белого. Хорошо, белый в данной ситуации не страшно. У него урон не увеличен. Значит, на него отправляем... Да вообще всех! Ну а здесь осторожненько, так, осторожненько отправляем белые резисты. Ну, белый урон, красный урон лефов. Красный лев. Здесь куча всякого дерьма сбежит, боже мой. В переводе... А, бледный, точно, я забыл. Да. Сарсагора сюда. Так, сюда еще можно кого-нибудь. Например, допустим, вот эти товарищи. Хау, нет. Самин. Сафер звучит неплохо. Угу. Так, и еще Хао, по-моему, может отправиться на вот этого корректировщика. Все, поехали. Итак, белый, 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 белый. Все, кто не бежит драться. Да ладно, может он не сделает круговую атаку. А если сделает? Я на танкуй. Вы куда-то бежите? Если нет, то спрячьтесь. Здесь кто-то куда-то бежит, весенний, незаметный. Камила, видимо, нет. Значит, пойдите спрячьтесь. Как здесь дела у Яны? Больно. Как здесь дела у белого? Стоп, иммун. Как, зачем я белого отправил сюда и наверх? С белым уроном. Пушка. Аннигиляторная пушка. Беги быстрее. Да. Самая большая опасность сейчас именно здесь. Но здесь тоже надо микрить. Если она встанет в неуязвимость... Нам будет плохо. Что мы микрим и там, и сям. Да. Музыка нагнетает очень хорошо, да. Это факт. Алина Кью. Ну, на секунду отвлекся, она убила себя черным уроном, а все остальные здесь. Ну да, да. Так, это он по всем черным уронам бьет, да? А чё так больно-то, а?
Реги запаниковал. Ага, здесь что-то сбежало, тут еще не сбежало вроде бы. Пока что. Койми умерла. Не дождусь я Гевура, капец, смотри, на полдень умираем, просто на полдень. Это жесть. Ладно, справились с одним днем и хватит. Пока что пойдем в Геншин готовиться к круткам через 2 часа, через час.